Я не знаю, о каком возрождении российского футбола можно говорить, пока у нас не будут восстановлены детские и юношеские школы в таком объеме, хотя бы в котором они были при Советском Союзе. Потому что воспитыванию подрастающего поколения уделяется очень сейчас мало внимания. А такая огромная страна, там 144 миллиона человек, и я думаю, что можно найти там команду из 20 человек, которые могли бы там играть хорошо. А сейчас пока это не получается. Сейчас только культивируется в сознании такое, что можно зарабатывать денег очень много. И вот эти мальчики, которые тут же там добиваются каких-то быстрых результатов, сразу становятся миллионерами и перестают играть. Становятся ленивыми, начинают жить гламурной какой-то жизнью. Я просто многих очень видел и знаю. И поэтому вот я считаю, что пока не будет восстановлено вот все детские и юношеские школы, такие прям в серьезном масштабе и по всей стране, ничего в футболе мы серьезного не добьемся там. То есть там, ну, до 1/8, там, ну, может быть, до 1/4 выхода, и дальше, как бы, это потолок.